Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили рассказать про одно местечко в Троицком предместье. Один из хостелов здесь сейчас дает свои номера как квартиры. Стоимость на человека от $150 на месяц. Идем проверять, как и что это работает. Показываем, как выглядит, собственно, этаж в хостеле. Пожалуйста, здесь есть несколько номеров на одном этаже. Это одно из зданий, здесь их три. И сейчас мы покажем одну из комнат. Шурум-бурум номер 8. Заходим. Показываем, как выглядит однушка для одного-троих. Ну, мне бы места было мало. А где шкаф? Где шкаф? Туалет, душ, прачечная есть на одном этаже. Иди покажи. Туалет и прачечная находятся здесь. Здесь только туалет. Показываем. Хоп. Раз. Два. Быстренько туда. 15 секунд успеть, надеюсь, никого нет. Чик. А сейчас расскажу вам лайфхак. Если вам нужно светло, здесь можно одолжить у кого-нибудь. Ну или вместо колобайка взять просто чей-нибудь велик. А еще здесь все ходят в сменной обуви. Нам сразу дали вот тапочки, смотрите. Показываю сразу порон. Имеется антисептик, кажется. Ну, да, не имеется. Нету. На первом этаже здесь есть общая кухня. Посмотрим. Смотрю. Сейчас покажем, как выглядит внутренний дворик. Раз. Двас. Ну и, собственно, трис. Та-дам! Так, мы зашли уже во второй дом. Здесь другие интерьеры и другие вроде как квартиры и даже вид. Сейчас покажу. Тут точно такая же схема. Общая кухня, общий туалет и душики. Показываем еще одну комнату. Здесь 4 кровати, диван, вид на ТЦ галерею Real Plaza и, внимание, пора узнать, сколько это все счастье стоит и какие еще там есть преимущества. В этой комнате четырехместной место человеку стоит $150. А если вы живете в двухкомнатной, трехкомнатной, $200 один человек, 252, 303 человека. Я показала 4, но 3. Еще в эту стоимость входит уборка, парковка и ужины по четвергам. Йога в хорошую погоду. И, собственно, если вас заинтересовало это предложение, то вот показано, находится на Старовилинской 12.